слава тебе! Слава тебе, Боже, слава тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святые священномученики, сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Как ты попал? Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолим сердцем си. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святые священномученики, ангелы Бога о нас! Подобитесь всем слышанию Святого Евангелия Господа Бога. Молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрость прости, услышим Святого Евангелия, мир всем. Вот Иоанна Святого Евангелия, чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Рече Господь, истинно, истинно говорю вам, кто не дверью ходит во двор овчий, но перелазит инуди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. И так опять Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь
имели с избытком. Я есть пастырь добрый, пастырь добрый, полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которым овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Ты священномученичи, архиве, моли Бога о нас. Святый священномученичи, Бога о нас. И святый молите Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Господу помилуй, помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, зайдите, Господи, помилуй. На склад, зайдите так, пойдем посмотрим. Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Слава Тебе, Боже, на слава Тебе. Пресвятая Богородица, спаси нас. Священномученичи, Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господу помолимся, Арцемси! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господь, услышай, и от всех скорбей его спаси.